Есть у меня набор монет Банка России за 2008 год. Если даже более точно рассказать, то таких набора два. Один набор Санкт-Петербургского монетного двора, другой Московского. Абсолютно одинаково выглядит. Вот если вот так достать, то такой набор. В те времена еще однокопеечники, пятикопеечники выпускались. Но в тот год, в 2008, не выходили 10-рублевики. Вот нет и все. А так вот такой вот прелесть набор имеется. Все то же самое. 1-копеечник, 5-копеечник, но без 10 рублей. Так иногда бывает. Это вот у нас, судя по знаку СПБ, это Санкт-Петербургский монетный двор. И, соответственно, другой наборчик, это вот здесь вот значок, Московский монетный двор. Ну что ж, хотел показать, показал. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.